Уже на первой минуте второго тайма счет становится 5-1 в пользу команды «Оболонь». Владимир Тимошенко оформляет дубль. Точно начали второй тайм футболисты «Оболонь», сразу забитого мяча заметно упрощает ситуацию для этой команды. И сейчас мог забить Евгений Поляков, но голкипер Бешигаш, который в тайме не раз выручал свою команду, делает это снова. И даже почти после удара с одного метра страж ворот Бешигаш на месте. Вновь Владимир Тимошенко перехватывает мяч, выходит один на один с голкипером и отдает хорошую передачу на Полякова, но на пути мяча становится защитник Бешигаш угловой. Ошибается Тимошенко. Атака для Бешигаш, но мяч попадает в защитника красных. Два выход для «Оболонь» сейчас, но Евгений Поляков мог забивать второй мяч. Сейчас выход один на один для Бешигаш. Посмотрим, что сделает голкипер. А голкипер «Оболонь» Валерий Ващук в очередной раз спасает свою команду. Мне кажется, именно его не хватало красным в прошлом поединке. И, конечно, таких голов, которые забивает Владимир Тимошенко. На 25-й минуте счет становится 6-1, а Владимир оформляет хет-трик. Лево!
Очередная контратака от Абалони, но удар Евгения Полякова не получается сейчас. И шанс для Бишигаш убежать в контратаку. 3 в 3 сейчас. Ну, здорово играет Дмитрий Исаев, который становится на пути мяча к воротам. И вновь Дмитрий Исаев надежно играет в обороне сегодня. Дмитрий надежен как никогда. Да и в целом Абалонь сегодня выглядит на порядок сильнее, чем в первом матче чемпионата. Естественно, получили ребята некоторое усиление после первой встречи. И сейчас заслуженно выигрывают со счетом 6-1. Напомню, что третьим матчем сегодняшнего дня будет противостояние команд Галаса и Веб-Фокс. Евгений Поляков сейчас прорывался по правому флангу, отдал неточную передачу и уже контра от Бишигаш, но удар очень неточный. Сейчас уже Дмитрий Исаев разгоняет по левому флангу контратаку своей команды. Абатов главой. Тебе нет. Дурак мечом бьет. Сергей Александров начинает сейчас команду Бишигаш. Но Сергей с мячом. Командный фол. Прошу прощения, аут. Thank you.
Во втором тайме сыграно 10 минут. Напомню, что счет 6-1 в пользу оболонки. Сейчас мог 7 номер Николай Кузьменко делать счет 7-1, но не попал по пустым воротам. Зачем это делать? Сейчас здорово Евгений Балецкий играет в обороне, отбирает мяч у соперника и уже атака оболонки, неточный. К сожалению, пас от форварда этой команды. Ошибается Владимир Тимошенко. И снова выход 1-1 с голкипером оболонки. Снова вратарь оболонки на высоте. Едва не забивает это голкипер Бешигаш, но всего лишь угловой для оболонки. Владимир Тимошенко. Удар Евгения Балецкого становится результативным. 7-1 в пользу оболонки на 33-й минуте матча. Ошибаются футболисты Бешигаш и в контр уходят оболонь. Но завозился немного с мячом Илья Марценюк и теряет мяч для своей команды. Евгений Балецкий под удар партнер. И снова неточная передача от Марценюка. Но мяч остается у оболонки. Балецкий не спеша играет красный. Не буду ребятам торопиться сейчас. И вновь не удается нападающим Бешигаш переиграть в очной встрече голкипера Валерия Ващука. Третий сейф уже. А что будет сейчас, посмотрим. И снова Валерий на месте. Thank you.
Перекладину попадает сейчас Илья Марценюк. Три минуты остается до конца этого матча. Напомню, что Оболонь впереди со счетом 7-1. И три гола на свой счет уже записал форвард этой команды Владимир Тимошенко. Снова была отличная возможность в этот раз у Сергея Александрова, чтобы оформить дубль, но Ващук на месте и контратака Болони. Классно играет уже вратарь Бишегаш. Сейчас Александр Иванов с мячом на левом фланге атаки своей команды, но защитники Бишегаш прерывают его передачу. Алло, головой! Вылазь оттуда, вылазь оттуда! Вылазь оттуда! Летай, летай, летай на него, летай ему! И все-таки забивает свой мяч Дмитрий Исаев, который провел сегодня отличный поединок. Счет становится 8-1. Дмитрий Китс Исаев почувствовал вкус забитых мячей. За две минуты оформляет дубль. 9-1 в пользу Оболони. Надо сказать, что не останавливается на этом команда в красной. И настроена, видимо, забить 10-й мяч в ворота соперников. Сейчас отличную возможность получают красные для еще одного взятия ворот. Посмотрим, кто будет бить. Пока что у мяча Евгений Балецкий и Евгений Поляков. И все-таки распечатывают второй раз. И сколько осталось? Валерия Ващука. 9-2 становится счет. Как фамилия? Право!
Сергей Данилюк забивает этот мяч в составе Бишагаш на последней минуте матча. Звучит финальный свисток. Завершилась встреча между командами Оболонь и Бишагаш. Со счетом 9-2 победили футболисты Оболони.